Доброго времени суток. Давайте посмотрим такой вопрос. Ухаживает, да, есть ли чувство? Ну, вот, что чувствует человек? Дама мечевая пришла, да, холодненькая такая, с закрытыми чувствами. Девочки, хочу напомнить, что 1000 рублей стоят расклады, на которые я вас зову, приглашаю, которые мне нужны для моего личного развития и учебы. Девочки, там ваши вопросы не нужны. Прошлое, настоящее, будущее, ваши мысли и ваши слабые и сильные стороны. Приходите. Итак, давайте посмотрим. Ухаживает, а если? Тут вышел у меня рыцарь жезлов. Человек... Даже не импульса, да, здесь человек зажигается, потом потухает, опять зажигается, потухает, да, такой он скакал. Долго, надолго такого человека не хватает, да, здесь еще выдержки к походам у человека нет, да, то есть человек загорается и потухает. В пути устает он. Да, что еще за человек? Ищет, девочки, он здесь тайных встреч, скорее всего, да, которые бы его завлекали, манили, возбуждали, таинственные, секретики такие, да, которые будут так вот будоражить. Вот это ему важно, да, потому что человек еще не определился, человек сам, да, закрывается от более, может быть, таких стабильных отношений. Он еще пока что не развернут к отношениям. Он еще не дорос чуть-чуть, да? Он еще летает там в облаках. Ему важен, понимаете, скорее всего, больше сексуальная сторона, да, тем, что он горит. Ему вот это важно. Вы вот его, скорее всего, и привлекаете, да, такая вот манящая дама, таинственная, опытная. Если, да, чувствовал человека. Девочки, ну он жаждет с вами, да, где-то уединиться. Уединиться в тайном месте, в котором будет удобно, красиво, комфортно, романтично. Да, это он уже рассматривает. То есть, как бы, у него уже в каких-то планах есть с вами вот такое вот уединение, да, тайное место, которое будет вот прямо располагать к какому-то комфорту. И человек даже готов к тому, чтобы немножко даже это подвинуть вас к этому решению. Вот так вот, да, человек готов вас как-то попровоцировать. Какие чувства к вам, что в сердце у него? Вообще у человека там какая-то печаль. Может быть, очень часто неудачливые у него, неудачно у него складываются, может быть, его вот эти ухаживания такие, да, человек может не понимать, в чем проблема, и каждый раз, да, опять фантазировать, опять смотреть на другого, да, вот, к примеру, сейчас на вас, да, уже выдвинуться, но в душе тоска. Человек не умеет любить, он каждый раз сам расстраивается из-за его действий. Расстройство сплошное. Человек может быть разведен, кстати, здесь вот показано, да. Может быть разведен, может быть как раз после развода неудачного брака. Здесь человек, ну, пытается отстроить свою жизнь. Да. Тут проявление вот к вам чисто... Девчонки, ну, пока что я не вижу серьезности. Здесь несерьезная. Да, пажи пошли. Несерьезная. Здесь могут быть рабочие отношения. Вас он видит девочкой перспективной, преуспевающей, вы яркая, вы хорошо выглядите, следите за собой, да, любите блага, сами умеете зарабатывать, да, девятка пентаклей. Тут принцесса денег, да, тут вообще яркость. Вот, а он такой вот
начинающий паш, девочки. Здесь вы ему интересны, да? Что бы он с вами хотел, это, конечно, хорошо провести время. Девчонки, больше я не вижу. Любви здесь нет. У него какая-то неудача, может быть, разведен был. Поэтому интерес к вам, да. Секс, да, хотел бы. То есть тут даже вот человек уже смотрит и даже, скорее всего, может быть, даже как-то провоцировать вас будет, да, потому как вы тоже проявляете, можете к нему интерес. Но пока что чувств глобальных нет.